Меня зовут Алина Олеговна Гурус-Пашвили. Я президент Пермской федерации тэквондо МФТ. У меня черный пояс, третий дан. Тэквондо я занимаюсь с 10 лет. 18 лет уже получается. Но в тэквондо МФТ мы пришли в прошлом году. Как я уже сказала, мы пришли в тэквондо МФТ конкретно в прошлом году. Пришли в сравнении с другими федерациями, направлениями тэквондо, ИТФ, ГТФ. Были и там, и там. Что конкретно нам понравилось по итогам прошлого года выступлений и всего остального? Очень понравилась слаженная работа судейского корпуса. Понравилась работа тренерского штаба, так как спортсмены у нас уже отобрались в сборную России в прошлом году, съездили на чемпионаты первенства мира, съездили на чемпионаты первенства Европы, достойно выступили. Понравилась слаженная работа тренеров сборной России, взаимодействие со спортсменами, организация самих соревнований, без затяжек, трансляции. Уровень очень хороший. В данный момент у нас занимается чуть больше 300 человек. На самом деле я бы хотела пожелать больше даже не то, что своим коллегам, а ребятам, которые сомневаются, есть такие, стоит или нет попробовать, перейти, не перейти, попробовать именно данный вид, данное направление тэквондо. Пусть приходят и смотрят, делают свои выводы.